Югорчан продолжают переселять из-за аварийного жилья. Так, в Нягане с начала года новоселами стали 39 семей. Под снос пошли несколько аварийных домов. К концу 2020-го в городе планируют демонтировать еще 30 строений и расселить в благоустроенные квартиры 400 семей. К слову, это в два раза больше, чем в прошлом году. На приобретение нового жилья выделили 1 миллиард 300 миллионов рублей. 97% – это средства окружного бюджета и 7% – расходы местной казны. Отмечу, что на сегодняшний день в Нягане аварийными признаны 174 дома. Их расселение не прекращается даже в период пандемии. Наконец-то я дождалась того момента, который много-много лет просто в мыслях своих мечтала, что все это когда-нибудь сбудется. И прям вот мой юбилей мне подарок, бесплатный подарок от города.